Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Давай-ка начнем с поиска шлема викингов. Нашли. Так, сколько у нас осталось? 28 дней. Ну, ясен перец, мы опять с собой не успеем это все собрать. Сарделька, что ты мне сможешь принести? Ага, 25 шестеренок, либо яйцо на дракона какого-то непонятного. Ну что? Барсик, я надеюсь, на этот раз... Да неужели? Неужели, наконец-то, он у меня перешел в титаны? Долго же я этого ждал. Такс, ну что, тогда мы его, наверное, отправим с тобой в приключение. Так, а здесь у нас повышает шанс на лучшие награды в приключениях. Да, жалко, у меня нет столько много рун, а так бы я, конечно, уже приобрел бы. Но, слушай-ка, давай-ка мы отправим его просто в драконий край, пускай летит. Лучше бы, естественно, поддавать ему повышенные задания. Ну-ка, что здесь? А я так и думал. А я так и думал, что выпадет именно светлый янтарь. Окей. Ну и, естественно, Грамгильда. Что здесь нам? 16 шестеренок. Им проще выдать, чем... Одну улучшенную. О, 675, прикинь. Блин, ну награды, конечно, там идут уже шикарные. Тут не поспоришь. А здесь... Ну, естественно, я даже уверен. Либо рыба выпадет нам, либо руны. И это, оказывается, рыба. Нисколечко не сомневался. Но 75 рун мы с тобой заработали. Вижу, ты не забыл, как отдыхать. Знаешь, как говорят, достаточно один раз научиться. Опа. Вы все усердно трудились на благо Олуха. Думаю, пора нам отдохнуть и немного развеяться. Здорово, я как раз хотел слетать на парочку островов, чтобы пополнить свой дневник викинга. Что? Я вот не собираюсь заниматься исследованием островов вместо того, чтобы отдыхать. А мы не собираемся отдыхать, когда можно что-нибудь взорвать. Ну и славно, каждый может заняться тем, что ему по душе. Нам не обязательно постоянно делать все вместе. Астрид права. Интересно, чем займется каждый из нас? Завершите приключение 20 раз. Логично. Так, Громль, лети за древесиной. Так, ну что, мы, наверное, отправляем опять же на приключение. Пускай летит. Здесь... Древесина. Забираем тоже древесину. Так, железо. Отправляем его дальше на поиски нашего ветрокрыла. Пускай летит. Так, ну что, вроде бы все пределы. По крайней мере, вот здесь вот. Посмотрим, что у нас здесь на обмен. Ничего я тут не буду брать. Мне это не нужно и даром. Нет, даром вообще-то нужно. Здесь отправляем. Тут то же самое. Так, скалотряс довольный тут у нас стоит. 10 миллионов. Неплохо. Так, друзья мои, по-моему, да, академка наша прокачалась. И это говорит о том, что мы теперь можем... Да, мы можем сюда отправлять наших драконов на прокачку. Ну-ка, давай проверим, сколько стоит. Чего не хватает нам? Рыбы. Ну ты и проглот. На тебе рыбы. Так, покормим. 158 миллионов. Ты серьезно? Ё-моё, 158 миллионов древесины. Слушай, давай-ка мы, наверное, пока его отправим за древесиной. И я, наверное, пока отправлю туда более слабеньких наших дракончиков. Только вопрос в том, где они. Так, этого мы... Зачем я его кормлю? Пускай идет за рыбой. Так, легендарные драконы, сейчас мы посмотрим. Мне нужно вот кого прокачивать. Модификрылка пускай летит по своим, как говорится, делам. А здесь у нас... Пусто. Вообще надо камеру немножко отдалить. Что-то как-то слишком близко. Мало захватываем с тобой здесь.
Слушай, а где-ка у меня еще тут один громобой же должен быть? А, вот он. Притулился, я его и не увидел. Пускай летит за добычей. Так, короче, нам нужно с тобой академию сейчас полностью забить. Слушай, а что будет, если у нас такие проблемы с рыбой начались, а? Что дальше-то тогда нам тут сулит? Ну, лети, лети на прогачку. Все. Древесины, ребята, нету. Вообще. Так, ну что, откроем пак с тобой бесплатный. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Ну, это понятно, что монеты. Шторморез, кревет, вострозоб. Совсем маленечко ресурсов. Так, ну что, и рекламный заодно сразу глянем. Монеты Одина. Шторморез, громель, вострозуб. И немножечко ресурсов. Так, вот теперь давай посмотрим, что у нас наши легендарные принесли. Листочек плюс тусклый янтарь. Отправляем. Так, зеленая смерть, а ты что? Понятно, короче, ничего хорошего. Ну что же, пускай идут по своим делам. Нам нужно с тобой, наверное, еще пак открыть. Как раз редкий. Ну-ка. Шторморез. Престиголов кошмарный. Костолом, водорез. Змеевик. И все. Понятно. Пускай летит дальше. Здесь мы соберем с тобой обмен. А, ну да, блестящий янтарь. Блестящий янтарь. И еще три штуки на обмен. Круто. Здесь заберем с тобой 50 склянок. Вау, еще 150 склянок. Так, ну что, друзья мои, и пойдем с вами на событие. Нам нужно, так сказать, вторую часть пройти. Всего она будет состоять у нас из трех. Одну мы прошли, сегодня вторую, и в следующей серии уже третью. Ну что, вперед и с песней. Нам надо будет посмотреть, сколько у нас с тобой груш и сколько у нас прилив сил. Три волны. Так, прилива силы 4 штуки. Груша у нас одна. Да, не разгуляться нам тут особо. Так, ну что, водореза, в принципе, мы с тобой ушатаем. Вот это лишний парень. Вот этого не надо делать. Так, смотрим. Понизить. Давай понизим броню. Больно. Так, и не забывай, что три волны здесь. Хиляемся. А здесь у нас громорог. Так, и душитель, да? Промахнулся. Сразу же контратака пошла. Ну что, громорог, какие твои планы? Просто атаковать. Тогда получай. Понижаем. Кусаем. Ну и, в принципе, все, ему крышка. Хм. Хильнулся, ты посмотри. А давай-ка, наверное, вот так сделаем. И добьем. Последняя, третья волна. И здесь у нас стальной капкан. Опачки. Погнали. Но он здесь ватный. Криво-крив. Больно. Так, давай-давай-давай, быстрее. А, это последняя волна. Ну, здесь можно, ребята, уже и понизить броню, как говорится, и уничтожить. Я вначале думал, что хильнуться надо. Ну, мы обойдемся. И добивка. Вот как-то так. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. И это будет 125 миллионов рыбы. Ну ладно, пускай будет рыба. Так, переходим с тобой на мини-боссик, после которого мы получим с тобой пак ареновский. Это достойная уже награда, да? Ареновский пак. И здесь у нас, я смотрю, стоит громорог.
Одиношенек. Погнали. Так, ну опять же здесь, ребята, три волны будет. Не расслабляемся. Атака. Понижаем ему броню. Пробиваем. Ну, он сейчас, естественно, выпендрится. А мы его добьем. Так, кошмарный пристеглов. Лаварыга мы пока трогать не будем. Он нам не опасен. А вот этот вот, конечно же, вредитель еще тот. Со своими фаерболами. Сразу же растоптали. Молодец, кривоклык. А этот промахивается. Блин, зеленые. Бесят они меня. Бесят тем, что они очень сильные. Не в плане атаки, а в плане защиты. Ты посмотри-ка, что вытворяет. Он еще и хиляется. Мы тогда тоже хильнемся. Только не знаю, зачем. Ну, что ты будешь делать? Опять хильнулся, да? Тебе это не поможет, парень. Поверь мне. И последняя волна. Так, громобоя я пока трогать не буду. Вот с этого начнем. На тебе. Так, он фиол. Против фиола у нас... А зелени нету. В нашем отряде нету вообще зеленого бойца. То есть стражей не имеем. Так, давай-ка вот так. Хоба. И погнали. Громобой сейчас наверняка что-нибудь сделает противное. Ну, это в его репертуаре. Понижаем броню. И теперь, ребята, он будет довольно легко и быстро разбираться. Ну, что ты там задумался? Эх, чуть-чуть не хватило, да? Ну, давай вот так вот, на дорожку. Вот и все. Заберем награду. И это у нас древесина. 125 миллионов. Плюс, конечно же, забираем с тобой пак. Содержит 232 новичка. Шторморез, костолом, громобой. Вот и все. Так, у нас три энергии. Раз, два, три. Мы, короче, дойдем с тобой до мини-боссика. Ну, естественно, его пройдем. Это будет наша последняя битва здесь на событии. Ну что, три волны. Я смотрю, здесь пристиголовый одинешенек стоит, ждет. Промахивается. Значит, будем его атаковать. Так, что он сделает? Фаерболом все-таки звезданул. Так, а здесь у нас кто? Шторморез плюс водорез. Давай вот так вот. Хоба. Что ты будешь делать? Ну, это как всегда понижать броню, да? Промахнулся, что-то ему не везет сегодня. Ну, здесь все понятно. Начинаем с понижения брони. Плюс, так, фиол. Мы его все равно сейчас быстренько растопчем. Раз. И барсик, наверное, добьет. Найс. Третья волна. Так, секунду. Давай начнем, наверное, все-таки с костолома. Хоть этот костолом, насколько я помню, не имеет разбега. Он, по-моему, шпарит чисто огнем. А вот этот, да. Острозубчик может нас оглушить, если захочет. А он захочет. Да и только волю ему. Поэтому будем бить. О, побежал, побежал. Тыч. Ну что же, ты сам напросился. Получи. Ну что, опять победа. Крутим. Выпадает нам опять рыба. 125 миллионов. Это еще сверху. Ну, вот он и предпоследний поединок. 250 склянок мы с тобой еще получим. Шепот смерти. Весь в шипах, весь в иголках. Но один. И ходит первым. Окей. Прописываем по полной программе.
добить не успев. Прикинь, да, вот смотри, у меня еще кривоклык не сходил, а он уже второй раз, ребята, делает атаку. Офигеть, у него инициатива. Так, ну здесь мы будем, наверное, бить все-таки кривета. В первую очередь. Понижаем. Блин, я же сказал понижаем. Ну что ты делаешь, а? Что ты сделал? Так, опять. Но здесь обычный укус. Обычный. Этот укус может стоить жизни, поэтому давай-ка мы с тобой, наверное, вот так сделаем. С пониженной броней. Ай-яй-яй. Что-то мне вот это совсем не нравится. Сможешь добить его? Сможешь, отлично. Ёк-макарёк. А здесь-то что сделать? Здесь злобный змеевик. Ветрокрыл собственной персоны. Ну-ка. Давай сделаем так и добьем. Остается ветрокрыл и костолом. Ну, естественно. Ну, естественно, они будут бить моего кривоклыка, потому что у него меньше всего здоровья. Отрывается, так сказать, гаденыши по полной программе. Мне не хотелось бы, конечно, тратить грушу. Ой, как не хотелось бы. А, наверное, и придется. Да, печалька. Минус одна груша. И сейчас будет еще разбег. А так бы он 100% уничтожил бы мне моего кривоклыка. Ну, здесь, как видишь, все у нас хорошо получилось. Так, тихо. Не надо буянить. Нельзя позволить, ребята, ему сделать суперудар. Все, вырубили мы его. Ну, а теперь и костолом. Сейчас будет разбег опять делать. Вот неугомонный. Бежит. И опять же в кривоклык, а? Что ж ты делаешь? Ну, главное, что мы его победили. Крутим колесо и забираем с тобой рыбу. Чтоб тебе. Этой рыбы у нас много, лучше бы тогда древесину давали. Ну что, пойдем с тобой на последний поединок, но вначале 250 скляночек мы заберем. Так, праздничные светлячки. Ну что, давай глянем, что здесь у нас за мини-боссик такой поджидает. Так. Вот они, олухи, да? Ну, начнем, пожалуй, мы с кревета тогда уж. Кревет тут ждет. Так, бомбанули. Барсик, ты бош? Да, он добивает. Ну что, скала? Рок. Воу. Так, он еще и усилил себя, прикинь. А хо-хо, не хо-хо, парнишка. Не успел даже выпендриться. Так, здесь у нас Хофер. Так, душитель плюс этот фаербольчик, а? Подожди, он, по-моему, не Тихо ты. Вот начинается у них. Пойдем-ка, наверное, вон того начали бомбанем от души. В плане, блин, кривоклык, ты не смог его добить? Это плохо. Это очень плохо. Так, хорошо, что он промахнулся. Так, Хофер, что он делает? Блин, он все на своем настаивает. Давай сделаем вот так вот. А, господи, я думаю, что такое? У нас пониженная атака, ребята. И завис у меня кривоклык, смотри. Прицепился к Хоферу. Ну, ничего страшного. Давай вот так вот сделаем. Бабах. И добьем. Так, друзья мои, а вот у нас и мини-боссик. И как мы видим, это у нас костолом. Так, начнем с водореза. Хильнемся. Барсику досталось. Так, парень, ты стой, не дергайся. Бух. Ну ты-то... Фух, я уже думал, сейчас добьют. Твою налево, нам придется, ребята, использовать с вами. Другого варианта просто не видел. Ну что, опять по барсику, да?
Нет, он почему-то меняет свои цели. Ну давай, допустим. Атаковали. Теперь. Слушай, давай-ка мы ему понизим броню. Нам так будет проще его разобрать. Проще, конечно. Слушай, он какой-то лютый. Но, тем не менее, мы все равно его победили. Да, ребята, у нас осталось только 3 прилива сил. Ну что, заберем последние наши награды. И это опять, ну, древесина на этот раз, а не рыба. Все, ребята, мы переходим с тобой вот сюда. Это получается 1, 2, 3, 4, 5. И награда. То есть 5 энергии, 5 поединков. И у нас это событие будет пройдено. Как-то так. А сколько оно длится еще по времени? 3 дня. Мы его пройдем. Времени у нас с тобой будет дофигище. Так, здесь мы заберем награды. 30 склянок. И знаешь, что я предлагаю еще сделать? Наверное, получить один пак вождя. Заодно мы с тобой здесь забьем свободную ячейку. Давай-ка сделаем это по-быренькому. Так, Барсик, Кривоклык и Шторморез против мрачных. Мрачные драконы на нас нападают. С Кривета, пожалуй, начну. Он и слабенький по уровню, да? Промахнулся. Угу. Так. Ну давай, фиг с ним. Давай сделаем так. Злобный змеевик сейчас будет выпендриваться, вот поверь мне. Ты, они что-то все промахиваются. Что у них сегодня за такой день невезения, скажи-ка мне на милость. На-ка. Опа, громобой, что будет делать? Смотри-ка. Фул защиту влепил. Ну, мы, естественно, будем ее пробивать. Ай, молодца. Так, ну что ты там будешь делать? У него фул энергии. Я не знаю, будет ли он сейчас сам себя тут под защиту стоять, но он может. Что ему там сделать? Но это не поможет. Не-не-не, парень. Твой отхил тебе здесь не нужен. Можешь успокоиться. Все, добили. Ну что, первая победа за нами. Едем дальше. А здесь у нас, я смотрю, Сарделька плюс Кривоклык. И опять же у нас злобный змеевик. Начнем, наверное, с тобой с змеевика. Что он там? Так, тихо. Сарделька, вот, блин, Сарделька со своим двойным ударом, а? Меня немножко напрягает. И то, что Барсика уже практически разобрали, тоже меня напрягает. Так, минус змеевик. Кого? Давай, наверное, Кривоклыка будем бомбить. Все-таки потеряем мы сейчас Барсика. Хм. Да ладно. Я думал, что все, ему крышка. Но он еще живет. Так, кусает. А мы добиваем здесь. У нас, смотри, солнышко тут светит. Атакуем. Дальше что? Можно, в принципе, взять его в слепоту. И все. И он нам уже, ребят, бесстрашен. Потому что ничего сделать не сможет. О, солнышко переместилось. Так, атака. И добивка. Все. Идет как по маслу. Ну что, друзья, я надеюсь, это последний у нас на сегодня поединок. Именно на арене. Хофер. Ну что такое Хофер? А вот что такое Хофер. Лаврык нам не страшен. В принципе, Громорог тоже не очень опасен. Только Хофер. Но мы его быстренько сейчас попробуем разобрать. Очень быстренько. Так, что ты там хочешь, Лаврык? Ай, как всегда, слабачок. Так, а вот это опасно. Сделаем отхил. Плюс добивание. Так, Громорог. Ага, сюда бомбанул. Они оба зеленые. Сейчас мы их замучимся пробивать. Значит, делаем так. Понижаем защиту.
И всю атаку именно сюда направляем. Что он будет делать? Защиту поставил. Ну ты посмотри, а, жучера. Пожалуй, так будет самый оптимал. Добили. Ну и этот у нас лаврык. Что он здесь сделает один? Ничего. Вот поэтому, друзья мои, я не хочу его прокачивать. Потому что он беспонтовый. Только вот защиту может ставить, и все, в принципе. Ну и отхиливаться. Смотри, что делает, а? Так. Любая атака его, конечно же, будет мимо. Но мы его добьем. Все, друзья мои, забираем пак. Ну, как ты видишь, нам выпал обычный ареновский пак. Ну, а вот и пак вождя. Шторморез, ужасное чудовище, вострозуб и кривоклык. Все. Еще можно пойти было бы за паком, но, ребята, время уже, надо бежать на работу. Хотел еще черепашек сегодня поиграть, но не успеваю. Вообще никак. Просто не успеваю. Да и так, здесь, ребята, решил по-быренькому пробежаться. Как говорится, было в запасе полчасика. Ну, вроде бы все, что хотел, я сделал. Так, ну что, по-прежнему копим с тобой железо. 40 штук нам нужно. Одной монетки нам не хватает, чтобы открыть пак. Ну, ничего страшного, накопим, откроем. Да, да. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!